Ватырь уже ведет, он следом за мной идет. Ага, таким макаром. Ну, я думаю, что ты хватит места поставить. А, ну хорошо, я ближе подвезу тогда. И у меня будет 17 включенный, тогда скорректируешь. Хорошо, это было принято. Все, давай. Это у нас речной диапазон как такой не функционирует, 300 МГц, а работает морской. Вот как раз корабли, которые по Днепру идут, работают на морских частотах.